Всем привет! И снова сегодня буду готовить в мультиварке. У меня есть вот такой красивый подчеревочек, довольно-таки мясной. Здесь в основном мясо, а не сало. Вот такой красавец. Итак, для этого я возьму чеснок, черный молотый перчик. Так, возьмем немножко мускатный орех и паприку. Итак, беру я вот такие с горочкой 2 чайные ложки соли. Я думаю, достаточно на это количество сала. Так, немножко черного молотого перчика. Чуть-чуть. Так, мускатный орех. Что? Ух, маленькую отрезала. Так. Примерно чайную ложку. Так. Паприку. Перемешаем. Кому нравится, можно добавить хмели-сунели приправу. Ну или любую приправу, уже можно готовую смесь взять для сала. Так, ну, вот так перемешали комочки соли хорошо. Так, теперь чеснок я выдавливаю через пресс и натираем чесноком и натираем специями наше сало. Итак, выдавим чеснок. Так, выдавили. И теперь вот так хорошо обтираем чесноком. И затем специями с солью. Да, забыла еще сказать. Сверху я еще кладу лавровый листик. Сейчас мы. Так. Так вот. Вот примерно так. Теперь я это все укладываю в рукав для запекания. Так, я думаю, мой кусочек влезет. Да, должен влезть в чашу мультиварки. Завязываем. И с другой стороны.
Теперь вот в чашу мультиварки я уже налила 5 мультистаканов воды. И прям в воду вот, я укладываю сало. Вот, у меня как раз помещается так хорошо. Вот. И теперь отправляю в мультиварку. Закрываем крышкой. Так, включаем. И я ставлю на режим тушения. И тип продукта мясо добавляю, ну, где-то 50 минут. Я думаю, достаточно под давлением. И ждем, пока приготовится. Итак, время прошло уже. Мультиварка выключилась. И оставляю до полного остывания. И только потом я достану сало. Итак, сало остыло. Вот так оно выглядит в разрезанном виде. Очень ароматное, очень вкусное. Сейчас я его отправлю хотя бы на часик в холодильник. И очень-очень вкусно получится. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставим лайки. Пока-пока!